Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6. Особые условия, но об этом всем в первой серии, так что лучше переходите к ней, если вы не в курсе, что у нас тут происходит, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые спонсоры всей серии видят сразу. Огромное им спасибо за поддержку. Собственно, как и не менее любимым зрителям. Всем вам приятного продолжения просмотра. Нет, просто я там точно город буду ставить. Так, монументальность. Не, ну прям проход. А что ты убрал мне? Потому что твой ник не влезает, а показывали всем метку, я тоже не желаю. А, понял. Так, покупаю посела. 95, черт, следующим ходом. Куда он не влезает? Когда выбираешь список, кому показать метку, там выбирается ник, а у меня его ник не влезает в список, потому что... Так, давайте смотреть, куда мы тут влазим. Тут, видимо, придется даже не на реке ставить. Леша, убери, пожалуйста, разведчика. Я уже им походил этим ходом. Ну, следующим. Лёша, поставь метку рядом с чудом. Я сейчас город туда буду вести. Ну так поставь, где ты хочешь поставить. Ну я на реку хочу поставить, которая ведет к морю. Сверху чудо. Ну это плохо. Ну могу как-то подвинуть, но только мне надо знать, куда мне двигать. Вот здесь я хотел. А левее на одну клетку нельзя? Тогда я вмещу на верхнюю клетку под реку. То есть левее на лошади? А вот где там лошади, я не разведал. Ну вот на лошади не можешь поставить? Так там реки нету. Леша, убери разведчика. От меня надо. Дякую. Так, ну видимо. Буду строить пасенцы и куплю сейчас. Ну, Атиньо пингалу прокачивает. Но я решил, что раз у меня такие кампусы прикольные. Так, а мне надо тогда, наверное, на поселенца поставить. Раз уж такое дело. А здесь на морские юниты. Тут сверху варвары еще. Привет. О, у меня железо прям город стоит. Нет. Кампус. Отлично. Хорошо, что я кампус поставил. А, правда, я мечников теперь ускорить не могу. О, Канада, привет.
Ну, я оставляю тут финики место для города. Ну, тут, конечно, жалко, что негде селиться. Возможно, ну, нет, я не мог никак ближе. То есть я мог Тернати сюда поставить. Ну, это же тупо. А, все равно не влазило бы. Все равно не влазило бы. Так, поведу сюда город ставить. Причем вот сюда подальше. Блин, слушай, а вот эти, конечно, выкупания клеток у Саморабривы. Не выкупал, просто... Ну, я понимаю, что ты рудник поставил, но ты, грубо говоря, все это себе забираешь. Ну, все, война. Леш, убери разведчика. Да вы достали, что вы к моим юни? Не уберу, я поставлю его на защиту тут. Атакуй. Действительно. Мне железо надо было обработать. Так, сначала вот это все. Если бы Гал не обработал железо, меня так, а компонги где вообще? Слушайте, а компонги мои, они в какой социальной политике? Ясно. Что настроение? Никто не знает. Технология. Я просто думаю, может мне тут все-таки священное место сначала построить, а потом... Сколько вот оно будет строиться? 10 ходов, не 10 ходов долго. Блин, а тебе не научи играть. 25. Что, пингалу ставишь и прокачиваешь? Понятно. Ну и город при этом растешь. У нас всего две, пока я не хочу вторую драть. А, ну, сумма 23 человека всего на континенте. Как раз... Кто-то без союза остался, получается? Так, могу киты торговать. О, вижу, у тебя... Гал есть. Да, могу цитрус обменять. Канада, ты можешь мне меточку поставить, куда ты хочешь ко мне? Кто сказал, не услышал, не увидел. Это венгер говорит. Вот так примерно. Гал, я тут недалеко от тебя собираюсь город ставить. Чё-то до сих пор флотоводца не считает, а я сейчас уже гавани буду строить. Инк. Поставь меточку, пожалуйста. Ща. Поставил. Подожди, это что за чудо? Я такое впервые вижу, это ББС. Что? У меня тут чудо из ББС. А что, поселенец не плавает пока у меня? Плохо слышно. Ты про то, которое под Буэнос-Айресом и над Иерусалимом? А, во, в судостроении. Да. Сюда нам надо идти. Ладно, пойду по стихи. Я хочу здесь город все-таки поставить. Я поставил метку. Да, я вижу, я думаю. О, он строит катоны. А как он переместился? Что это? Я вижу. А он может разграбить? Так это магия, если честно, мне Хогвартса. Ну, я, типа, скипнул ход и в конце хода нажал, чтобы он шел в этого варвара. Но тут проложилась дорога, и я, типа, пошел туда. Давай узнаем, что будет сейчас.
Но я очень надеюсь, что не. Так, наверное, шоколад надо нельзя. Пойти обработать. Да, я скрин сделаю. Все, спасибо. Блин. Прокачка доступна. Так, гавань. Плюс 5. Ни хрена себе. Гавань. Гений. Гениально, да. Предложение тенью. Только после дружбы. Гал, ты дашь ответ? Уже я бы уже туда город поставил сейчас. Ну ставь, ставь. Так ты не против? Ну я там, честно сказать, не разведал. Я не могу это сейчас сказать. А шансов то, что я прям сейчас разведаю, нету, так что ставь, конечно. Там ничем не выдающаяся земля. Блин, я вот за этим, вот за этой галерой от своей столицы гонюсь. Да, Мэллор, что ты говоришь? Понимаю. Вот там насчет ничем не примечательной земли, я говорю, всем, да, показалось подозрительно? Какая-то очень странная карта. Очень. А сколько чудес на 10 игроков? Не, наверное, поселенцев пока оставлю. Бывает, как не в себя. Шенгети надо засоюзить. А что он вообще хочет? Лучника? А ты нас варваров убить? Я посмотрел лишь только. 132 голды стоит мобилизация. Да, это же миллиард юнитов там. Что-то видос смотрел недавно на днях. Там город ГГшка. 4 мечника и 4 дуболома заход апнуло. Это физически без военного лагеря сделать нельзя, даже без двух. Столько железа. Слушай, а тебе не кажется бонус сервиса на другом континенте, который у нас по соседству, вот, где там Гал живет? Что еще раз? Ну там вот бонус сервис, тебе не кажется, что это другой континент? Давайте вверх этим игроки? Поплывем. Кишка. Там нет ничего. Один остров маленький. Так, вот тут я бы стоял, засвечивал эту территорию. Ставлю на автомат скауту, просто не успеваю. The fuck. Да блин, Инк, что у тебя тут с варварами, господи? Да я только сейчас туда проход открыл, я сам в ахере. По-другому это не назвать. Слушай, не знаю, вот такие ведёшки встречал. Да тут нету ГГшек вообще. А, я вам скажу, где они, только за деньги. Лучше, блядь, молчи. Могу рассказать, где мои ГГшки встречены. Так, мне надо в Маджапахите после амбара построить одного прачника, и апну просто в лучника его. Ладно, отложу сейчас стрельбу так, из лука. Так. Потому что меня и Шенгети такое... просит, и я ускорю стрельбу из лука. Так, каменоломню, видимо, мне просто так надо, да хотя вот тут можно прошу. Будет. Ну все тогда. Обработать. Я не собираюсь. Я жду только за деньги. Вот так вот, значит. Сейчас. Не, нафиг мне уже больше помогать тут Финикии. Он сам с этой галерой разбирается. Фёнор, хочешь узнать прекрасную новость? Ну? Вот в этом лагере, который пытался ты сейчас убить, там, если что, легионер. Или лучше даже железный рудник. Не терпи, что он по твою сторону был. Да, маловато у меня, конечно, морских мест. Для моих компонгов.
Нафиг, короче, валим отсюда. Короче, я тебя понял, Гал. В плане? Ну, ты тут поставил город Тервана, выкупил клетки и сразу в третьем радиусе упит. А я тут вот буквально недалеко от моего города, и я иду еще ставить город, и ты тут так жестко все выкупил. Брат, это четвертый радиус моей стольни. Ну, я бы не выкупил, я бы поставил бы рудник, и то же самое было бы. Я просто опит заложил, чтобы он не дорожал с каждым ходом по промке. Не, ну, прости, это, ну, ну я не знаю, ну, не нравится, но го воевать, мне без разницы. Так, теперь открываем. Откладывал, потому что если я бы открыл сейчас, и у меня бы тут строился лук сразу, а не прачник. Я лучше сейчас прачник апну. Так. 140. Нет, не это тебе. Ты хочешь эту ГГшку сюзить, брат? Я ее засюзил ради очков. Понял. Ну, я на всякий случай. Ради того, чтобы разведать территорию, а ты сходу, да нет. Перехода до гавани. Да? Как тебе? Ну, наверное, поселенца, блин. Я тоже удивился, когда там какой-то. Построю поселенца. Тогда. Веру буду тратить на... Забавно, да? Я удивляюсь уже начало игры. Нет, венгер, прохода только после дружбы. А дружба... В общем, нет, я не думаю, что нам право прохода. Потому что тут теперь дружба на вес золота. Ну, у меня развед между этой вот херней. Так, капаем. Заблочен. Получаем посольство в Шенгете и делаем его сюзереном. Делайте развед. Ну вон, я подойду вперед. А справа что, нельзя пройти? Справа этот самый, кто-то. Справа им я заблочен. Вряд ли у меня тут будут какие-нибудь места, где я могу поставить. Так стоит, что вон даже там горы и блочит город в одну клетку, там вообще никак не пройти. Ну, тогда война, я строю войска. И очки я первый получу. Ну, блин, что-то... Инк, предложение. Не, ну, брат, я хочу своего скаута спасти. Блин. Я пока тут буду стоять, ну что делать? Ну, ты просто я тебе очень ничего не собираюсь, просто пройду. Ты же просто венгер. Ну, я мирный венгер, я могу кинуть дружбу и все. А у нас еще венгер на континенте? Да, да. Да, тут шестеро. А мы точно не на Пангее? Ну, кстати, похоже на Пангею, да. Просто мы шестеро из десяти на одном континенте, я так понимаю. Трое на другом и один вообще в одиночку. А вот Катив встретил венгра. Дим, сделка. Да. Не, ну, не вообще, сделка. На самом деле, не самые лучшие почему места у меня в итоге. Оказывается, места, в принципе, есть расселяться, но они не для Индонезии. И тебе приходится тут поставить город. Стоунхендж забронирован. Вот объясни мне, зачем строить Стоунхендж, когда можно просто построить священку и поправить промки ночью. У тебя не угонят, у тебя не священка для распространения религии и так далее, и тому подобное. Лёша, кинь еще раз предложение про прохода. Я посмотрю, ты построил Стоунхендж и не можешь не начитывать на полководца, на пророка. Ну, стоит все равно, как
священка и два проекта. Да, причем ты без священки в любом случае не сможешь религию распространять. Да. Ну зачем? Ну, ради очков. А если он возьмет веру на плюс 4 веры, а чудо? Там нет, если ты хочешь играть через Стоунхендж чистый, нет, давайте, наверное, античную республику. Надо брать распространение веры. Так, нет, я просто, я не говорю, что через Стоунхендж играть вообще. Просто можно взять ту веру, тогда Стоунхендж... Через соседство. Содержание юнитов. Веры вроде бы. Ну, считаем сам, как священка дает 4 веры хорошие. Давайте ну, тоже на... Да, подожди, да, на строителей поставлю. Я их и за веру тоже буду покупать. Нужно насеять тут ненавистники Стоунхенджа. Блин, встретил третью ГГшку ровно, когда открыл полить философию своим ходом. Так подожди, если ты видишь себя широкую территорию, тут надо строить пару разведчиков, это же логично. Блин, еще и Канаду я встретил. Через нас тут. Да, континенты какие-то забавные. Так, у нас тут семеро. Вот семеро? Инг шестерых, и я седьмой. Подожди, а все проверяли, это вообще континенты? Да. Они точно на континенте, потому что им уже по границам. У нас он такой... Да, в настройках карты континенты стоят. Тогда просто нам не повезло. Ну, больше скажу, у нас тут три человека на том континенте, точно континенты. Сейчас не пойду. Дальше Бибракса не идешь, да? Не, Бибракс последний, брат. Ну, все. Ну, правее, может быть, я еще поставлю, но я думаю, это тебе правее не интересует. Дальше, ну, я не буду твою стольню подселять вот это. Я мирный гал. Что это такое? Мирный гал. Подожди, подселять стольню, тогда как вообще? Планировал подселять стольню финики? Он же вообще очень далеко от тебя. Подождите, а как я открыл ученичество? Или оно автоматически мне открывается? При постройке Апида. Имба какая! Так в этом весь вся суть его. Да, в этом и есть имба гал. Насколько темповый гал может быть? Ой, какая имба. Строишь латненько, вы в соседи пошел. А это вообще может сюда хоть в теории? По идее, если ты грамотный гал, то нет. С кем союзиться планирую в будущем? Со мной и с Вьетнамом. Да? Говори быстро. Пока я ни с кем не планирую союзиться. Ты меня убила. Кажется, так бывает. А, наверное, скаута, к сожалению. Эх. Блин, посмотри сделку. Так, компонги. Знаешь, мне вот этих коней дали в начале игры в рубинке. Алексей, посмотри предложение. Два хода. Ну, отдашь 15. Немец. Окей. Я заберу этот лагерь. Рафнир. Блин, если он не отвечает, ну забирай, ну что-то. А, я забыл включить микрофон. Говорю, да, забирай его. Я через два хода принесу сюда поселенца. У нас будет граница как раз нормальный. Так, чтобы гавань. Чтобы не срались. Ну, там справа буду... Так, только компонги мне пока негде справа, ставить. Хорошо. Я повыше подниму. Ну, я бы в Тернате купил все равно за веру строителя. Союза. Как с тобой можно союзиться, брат, если у тебя 8 культуры вход? Ты в союзы выйдешь? Ну, когда? Ну, типа... Кстати, наверное, я нужен ли мне сейчас караван? А, да? Показалось? Ну ладно. Вроде бы спрашивали меня, типа, с кем я буду соединиться, с венгром, либо с интом. Нет? Такого не было? Ну, может быть, тебя спрашивали, но я тебя не спрашивал. А, понял. Венгр, не как знаю, ты с кем думаешь, союзиться? Я хочу сюда вот город поставить, куда ты хотел поставить. И хочу с тобой союзиться и торговать. Это кто? Это Гал. Ну, я сейчас подключаю. Я посчитаю свои города. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Создался Венеция, создалась. Я поставлю городов, это был бы мой девятый. Ну, я тебе предложение как бы. Гал, предложение. Ну, подожди, ну, тут с инком мне было бы лучше торговать. Он на море поставил город, я бы морские караваны к нему кидал.
Но я не знаю, что там с инком. Если с инком не получится, я с тобой уже. Хорошо, хорошо, я понял тебя. Инк, что ты думаешь? Ну, у инка просто 12 культуры. До этого было вообще 8. Я ж тебе говорю, я подкачаю сейчас. Ну, ты уже отстаешь, как бы, понимаешь. У тебя полуконтинент. Почему по культуре? Почему ты именно на культуру так? Не-не, мы же сейчас про союзы же говорим. А, ты думаешь, он поздно выйдет, долго будет выходить? Да. Так. Наверное, каменоломню стоит построить. А, в смысле, открыть без каменоломни. Не хочу пока. А у Акадыша уже несколько. Не хочу никуда пока посылать. Да, надо караван, потому что... Немец, а ты можешь 20 голды занять на ход? Шенгети будет веру мне давать. 23 отдам, давай. Ты это будешь где разведчик город свой ставить, правильно? Куплю торговца. Ганди. Спасибо. Next ходом отдам. Хорошо. А ты прям на моей метке хотел город поставить? Не, я в твою сторону бурситься не буду, я там поставил. Ну, там пресная вода есть, могу на метку выше на леса поставить. У меня просто сверху немец, справа уже инк, ну, как бы заселил. Слева у меня Лёша и океан, а снизу у меня типа Наска. Слушай, ты и так уже много городов поставил, в принципе, 6 штук. Сколько тебе надо для счастья? Ну, городов 13. Меня спросили, я ответил. Да не, ну... Ну, то есть это последний будет в моем расселении сейчас. А я снова занялся расселением только. Кстати, а никто не знает, ладно, если давайте гипс сделать вот это промышленное так, откроем производство, которое открывается... это перестанет читать для моей ганзы как плюс 2? Да, ну, да. Для Майи перестает, так что, видимо, и для тебя перестанет. Если никого, для Тита? Да, никто не тестил это именно, чтобы знать. Ну, если у Майи плантации не считают. У Майи не считается, да, то есть это перестает считаться этим. Сейчас было обидно. Не, ну можно и проверить, в принципе. А, ну и вьетнамские тоже перестают так же считаться же. Подожди, а что с Вьетнамом? Карнор, подожди, что с Вьетнамом? Я не понял. Ну я бы еще где-то здесь город ставил, получается. Я не знаю, тут вот если я ставлю, тут еще где-то влазит, но без. Да, все правильно. Без. Ну, пресной воды. Мой город. И я больше расселяться не буду, кстати. Помните, захватили в итоге. Ну это потому, что он не каждый район. Мои лайфы были просто. А я отстаю, конечно, у меня только 4-й город будет сейчас. Так, индуизм неизвестный, это инки, неизвестный, православие Канада. Ну не прям бесполезный, конечно. Ну, расположение их оставляло желать лучшего для тебя. Да, тут минус лояльность, раз, два, три. Ну вот сюда еще влазит город, видите, надо будет сюда ставить еще. Венгров, предложение. Алексей, спасибо. Так, а мне нечем торговать пока. У нас, оказывается, с тобой разные есть ресурсы. Нечем. Ну, а тут только сейчас. Я тебя кинул. Надо будет еще дождаться, пока денежку. А если варвары нападут на ГГшку, они ведь не сносят ее? Сносят. А то почему-то я беспокоюсь. Нифига себе. ГГшки. Лупануло. Я, короче, нашел, у нас слева через море немец. А, ну вот видишь. Но он далеко. То есть там пустая территория? Совсем? Тут море.
А, ну тут можно будет, кстати, правительство сделать зато с этим и этим городом. Блин. Положение есть инкогнито. Что-то я в джамбе не придумал, что мне строить. Наверное, строителя. Пока. А Тини в своем репертуаре города ставит. Широк. Просто жесть. Мне кажется, ну типа более широко никто не стоит, но я по крайней мере не видел. Я сразу куплю эту клетку. Я куплю здесь монумент и клетку. Сразу вот эту. То как-то Юсимити. Ну и мне сюда еще надо. Так, сколько мне еще требуется? У нас большой, конечно. Что? Континент у нас большой. Да. Инг добьешь? Мечников. Короче, как будто мы всемиром играем типа все еще Пангею, а вот там у ребят континенты. Что инк забрать? Добьешь мечника, спрашиваю? Они его возле части находятся, я его окружил. Добей его. Я проатаковал. Отлично. Так, какие тут еще у нас задания висят? Обращение в веру только. Нету смысла пока в Наску отправить, потому что нету святилища, храмов, ничего. Шенгети я чисто засоюзил, чтобы мне много веры с караванов шло. Блин, ну я бы, наверное, союзился с Атинью, получается, как с морским соседом, самые жирные караваны к нему. Я, ну, видимо. Типа висит сплав приложения о дружбе, да? Еще раз. Я правильно понимаю, что мне сейчас коней надо идти, судя по всему, да? Да. Фианур. Ты можешь уйти из клетки? Которой ты занимаешься? Так. Фианор. Ну, тут, конечно, священочка. Ой, на плюс 5, но такие клетки священкой занимать. Спасибо. Жалко. Так, я, наверное, один ход просто подожду, чтобы сразу центр коммерции ставить. Ну что, собойся, у меня через ход мои уникалы будут. Ну, счастлив. Будем выгибать, что упарываться. Ой, Атинья, вообще еще всех ученых забрал. Каких ученых? Вообще всех. Блин, охренеть, а как ты сразу троих забрал? Нифига себе. Проекты вырубил, походу, и все. Нормально. Давайте, может, следующий поход наемники сделаем. Только начали играть. Ну да, традиционно сделаем. Нет, еще 10 ходов. Блин, мне надо, наверное, на флот почитать проект.
Подождите, а джонки... Они ж не требуют, да? Притык, оказывается. Никаких ресов для постройки. Тридцать четыре хода. Не, ладно, давайте лучше амбарп тогда пока. Потому что 34 хода это что-то совсем очень долго. Так, промышленное производство могу на китах и янтаре, походу, сделать. Давайте купим строителя. Сколько я посел? 160. Знаете, нет, ты не хочешь давать им пройти? Правильно я понимаю? 250 военки это не просто так? Это Галп говорит. А что ты хочешь, не понимаю? Ну, я не знаю, я хотел сейчас пройти к тебе посмотреть, что, кто стоит под моими границами, а ты меня заблочил сразу же. Где? Ну, воин у тебя стоял, лечился? А сейчас? А, не, он просто пошел, чтобы варвары не появились. Чего? Там город у меня встанет, поэтому я туда встану, чтобы была разведка, варвары не появились. Ну, слушай, ну хорошо, ну походи на сходом, я хочу к тебе туда пройти посмотреть, а то меня просто очень смущает. Ок, созидание там... военных юнитов, а норм. Делаем. 14 защиты, может ты соблазнишься вдруг? Немец, предложение. Ну, знаешь. Зачем тебе право? А? Зачем тебе? Да подумать. Да подумать. Зачем тебе право? Это как... Блин. Ладно, не буду шутить политически. Да, шуточки это свои, брата. Ну что, читать проект на этого... Флот, ну флот это флот. Ладно. Блин, тут 5 ходов долго. Я бы священочку поставил. Вот через 10 ходов ведь будет очень интересный момент, у нас тайное голосование, новые правила. Ну, кстати, союз не так близко, так что реально около мало культуры. Там о союзах можно не думать. Приятно загало, да? Тупо рудники ставишь, и у тебя куча культуры. Да, да. Не могу отрицать, не могу это отрицать. Блин, так хочется и на Финикию с одной стороны напасть джонками, да? А с другой стороны, ну это лучший союзник для меня получается. Или нет? А ты нет? Да похожу я. Отстань. Душитель. Чем больше ты это не делаешь, о, вон Канада. Мне кажется, что неспроста у тебя все так. Просто ты не понял. Так, ну он не осуждал Канаду, если что. То есть на Канаду он вроде не планирует тут нападать. Не сможешь занять на пару ходов? Насколько? На 3. Ну, окей. Он тоже походу на него читает, что у нас одинаковая
Хотя я это, наверное, только сейчас построил. Я бы, наверное, сейчас вот прочитаю, если мне не хватит, я бы, наверное, за деньги купил этого флотоводца. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас.